Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Кинганчпук, Крошка, Крошка, Енот, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! У нас сегодня очень крутая рубрика, которая наберет по-любому 1 000 000 просмотров. Называется «Какой аниматроник самый быстрый?» И будем проверять всех персонажей с пака Security Breach. Если тебе текушь, тебе приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Пацаны, вы готовы? Да. Раз, да. Два, три. Да, до связи, мужики. Так, а кто у нас потом идет? Так, пока мисс Солнышко самый медленный. Ребята, если этот ролик наберет 5000 лайков, мы обязательно снимем ролик, какой аниматроник самый медленный. Так, ну что, Грегори тогда остается. Я выселяюсь. А, я когда выселяюсь, остаюсь на этом же месте. Да. Хорошо, возвращаемся. В этом, кстати, есть прикол. Блин, это же круто. Ого, давайте я, короче, отойду. Я не могу камеру отдалить, не? Офигеть. Ну что вы, пацаны, взяли? Вот это класс у нас. Так, я вижу у нас Чика. Раз, два, три. Ой, господи. Я быстрый? Мужики. Я даже бегать не умею. Нет, Дим, мы походу с тобой наравне. Да? Одинаковая скорость, да. Вот это я гигантский. Да, Дим, у нас с тобой одинаково. Ну, будем тогда считать, что одинаково. О, ребята, смотрите, я Фредди. Так офигенно за него играть. Три, два, один, погнали. Блин, так офигенно играть. О, эй, смотрите. Я все равно быстрее. Грегори быстрее. Да, я обгоняю тебя, Дим. Да ладно, не может быть. Я все равно быстрее. Давай. Нет, нет, да. нет. Может, мы одинаково с тобой все-таки как-то может бегаем? Быть. Может такое быть? Блин, да неужели Грегори будет самый быстрый? Это разве честно? Получается. О, я сейчас буду за Монти. Ну что, Грегори, надеюсь, сейчас ты сольешься. Потому что моя очередь побеждать. Готовы? Да. Три, два, один. Побежали. Да ты куда взял? Да нет, Рокси! Нет, Грегори догоняет! А, мы с Рокси одинаково бежим. Нет, ты, кажется, догоняешь ее. А, я догоняю, я быстрее. Грегори, быстрее! А может так сделали для того, чтобы все-таки по сюжетку Грегори же-то убегает от аниматроников? И врезался в жопу Ванессе, да. Такое по сюжетке я не помню, если честно. Пацаны, вы готовы? Да. Раз, два, три. Эх. Ну пока, мужики. Это точно, надо снимать рубрику, ребята, какой аниматроник самый медленный. Ну что? Потому что Грегори всех обгоняет. Я тебя обгоняю? Да, я обгоняю поломанного Монти. Я уже все. Да, это очень слабый игрочок. Так, у нас еще есть одна папка. Буф Хелпи. Ну что, ребята, сейчас я должен затащить. Кстати, от первого лица только играется. О, ну, опять, смотрите, какой у меня походняк. А я иду на работу в пиццерию. Ребята, я даже знаю, кто из нас будет победитель. Три, два, один. Блин, я хотел взять. Это кажется мне не аниматроник, да. Да, это какой-то встретник, кто двигает? Нет. Вот это скорость. Я даже под водой могу быстро бегать. Я когда бегу, у меня что, следы черные остаются? Нет, ты просто бежишь. Ты бы видел это со стороны. Это тут жесть, скорость какая. О, махаешь рукой. О, а как я это сделал? Не знаю. А ну правой кнопкой мыши. Левой. Что, ЛКМ? Во, ЛКМ. Офигеть. Не, мне кажется, этот аниматроника никто не побьет. Да, может, не будем пока его брать? Потому что он очень такой. Ну, конечно, побьет, но он не из этой части. Да, он не из этой части. Давайте хотя бы приблизительно с этой части. Ну, то прям согласитесь, читерский аниматроник. Ну, за него можно как-то будет записать прикольный ролик, мне кажется. Но он не бьет. Да, он не бьет. 5, 4, 3, 2, 1. Побежали. Эх, как всегда, Грегори всех делает. Да нет! Рокси! Ой, Фокси, давай. Обойдешься. Нет, да ладно.
Все аниматроники okay. намного медленнее, ну смотрите, какая у нас крутая анимация, вообще круто сделано все. Хорошо. Блин, да я не знаю. Вам больше получается надо других аниматроников каких-то брать. Получается. Да, хорошо. Давайте тогда возьмем приблизительно, который может с ними потягаться. 3, 2, 1. Побежали. Все. В другой части он не может конкурировать никак. Давай. Хорошо, ребята, давайте теперь все-таки проверим, не учитывая Грегори и Security Breach, какой аниматроник все-таки быстрый. 3, 2, 1. Побежали. Рокси, смотрите. Ого, Фредди вроде такая анимация крутая, ну как бы он вроде, ну не догоняет. А мы втроем одинаково бежим, да? Да, я самый медленный. Монти самый медленный. Так, Рокси победила, даже неожиданно. 3, 2, 1. Побежали. Ну все, до связи, мужики. А че вы Рокси не взяли? Мы же с Рокси хотели испытать. Фокси и Рокси. А вы взяли двух одинаковых, молодцы. А нет, они разные. А, они разные? Хорошо. Я понял. Ты что за инвалид? Да, это очень медленный. Блин. Я когда-нибудь дойду. Рубрика точно напрашивается. Хорошо, давайте тогда возьму. Все-таки давай Рокси возьмем, мы Рокси затестим. Давайте Фокси и Рокси. Прям как складно получилось. О! 3, 2, 1. Побежали. Ну-ка. Рокси обгоняет. Нет, или Рокси не обгоняет. Мы одинаково бежим. Я самый маленький. Ну нет, я чуть быстрее. Мне кажется, одинаково бежим. Как вы думаете, у них одинаково жизни или по-разному? По-разному. Да? Ну что, ребятушки, поставил всех аниматроников, которые у нас есть Security Breach. Это прямо очень много. Так, и теперь мы здесь поставим небольшую бомбу. Понял. Для проверки. Так, отлетаем. Короче, с крыши буду взрывать, пацаны. Так, отсюда. Сейчас возьмем снайперку и стрельнем по красоте. Прикольно, тут у некоторых даже есть анимация смерти. Да? Да. Спрингтрапа есть. У спрингтрапа есть третья часть. Из этого мода есть анимация смерти. Живые? Да. О. В воздухе хотел подстрелить. Взрыв. Бомба. А, бомба, говорю. Пойду-ка я. Ух ты, я ее прострелил. Че, живые? Не живые, да. Хорошо, есть проверенный метод, пацаны. Сейчас сделаем. Так, отлетели. Отлетаем подальше. Так. Если успею. Улетаем. Убило, видите? Вот эти бомбы их убивают. Сейчас проверим, кто из них останется жив. Я вижу спрингтрапа живого. Да? Так, мы можем одеть... Да, спрингтрап живой, глиттерап живой. А, они живые еще, давайте еще скинем. Ну какие-то ж поумирали, да, пацаны? Нет. Ну да, какие-то бомбы умирали, но многие... Прощайте, бомбы прямо на меня падают. Живые? Да что ж такое, а? Вкидывают прям в мясо. Да нет, живые. Еще раз... О, ребята, я знаю. Сейчас, конечно, у нас тут полная вакханалия, но я знаю, что надо сделать. Так, хлопцы. Нет, другой тест. Они что, не убиваются с этого пулемета? Походу. Да ладно, они очень мощные. Все. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сережка, скажи крутые слова. Всем приветики, омлетики. Как и обещали, у нас очень классная рубрика, которой не было уже, наверное, полгода, может и больше.
какой аниматроник самый быстрый. Если все пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем экспериментировать. Ребята, мы накачали настолько много пилпаков аниматроников, вы даже не представляете. Я думаю, что, Серега, около 30, да, пилпаков у нас? 40 даже. Даже 40. Поэтому, ребята, начинаем. Меньше болтовни, больше делов. Серега, ты готов? Всегда готов. Раз, два, три. Ребята, а мы сейчас будем выяснять таким образом, что с каждого пилпака будем брать самого быстрого, а потом будем проверять из этих всех быстрых, кто самый быстрый. Вы даже не представляете, сколько добавили новых аниматроников. Поехали дальше, Серега. Мой оказался быстрый. Пока мисс Фредбер лидирует. Раз, два, три. Так, так, так. Я не понимаю, ты меня догоняешь или нет? Догоняю. Блин, я все-таки думал, что я немножечко быстрее. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И возвращаются самые топовые рубрики на мой канал. Поэтому не пропускаем. Все, смотрим до конца. Так, Серега. Один, два, три. Одинаково? Мне кажется, ты все-таки чуть-чуть меня догоняешь. Представляете, даже вот такую... А, нет. Одинаково, Сережка, одинаково. Один, два, три. Ой, что-то совсем медленный. Так, Серега, с этого пилпака выиграл пока мисс Фредбер, правильно? И Найтбер. Ну, да, Найтбер, проверим, хорошо, давай я беру Фредбер. Они раз. Одинаково будут бежать, Серега. Ну, давай проверим. Считай. Раз, два, три. Одинаково. Знаешь почему? Мне кажется, что просто скин заменили сам, а все остальное одинаково. Даже смотри, анимация у нас с тобой одинаковая. А ну дай пятюни, Дима. Давай, вот так. Прикольно, ребята, прикольно. Так, ну что, Фредбер выиграл. Следующий пилпак, это там идет эти все сгоревшие. Может, давай не будем их тестить? Давай сейчас быстренько посмотрю. Здесь, кажется, очень все медленные, даже этот медленный. Не, ну какие-то есть быстрые. Хорошо, Серега, давай проверим. Оставляй тогда себе этого. Ты готов? Да. Один, два, три. Блин, да ты быстрее меня, Серега. Я шустрый. Благодаря пропеллеру я быстрее лечу, я карл. Хе-хе, надо телепортироваться нечестно, но было интересно. А кто у нас тут еще? О, такой вот есть, кстати. Я, наверное, буду быстрее. Давай, один, два. Не, медленно, медленно, Серега. У него походяк такой смешной, мне нравится. Очень классный, ребята, походяк. Офигеть. О, мангл, мангл, ну-ка. О, щупальчиха. Один, два, три. Ого, у тебя скорость. Ну, я быстрее бегу, смотри, я отрываюсь. Да-да-да-да-да, немножечко это скорость. Даже вот такую разницу, когда делают, это очень приятно. То есть, каждого аниматроника делали прям вручную. Так, Серега, кто еще с этого пилпака? Больше пока нету. Вот этот пока челик выигрывает. А там Фредбер. Давай проверяем с Фредбером. Ты берешь Фредбера или я? Я. Давай. Один. Два. Три. Да ну, ой, я все-таки думал, что я быстрей. А, нет. Ты. Да-да-да, немножечко. Вот прям доли миллиметрика, но я быстрей. Даже неожиданно, что этот челик выиграл тебя, да? Да. Так, сгоревших проверять, наверное, не будем, потому что они в точь-точь так же самое бегают. Так, Серега, вот этот пилпак одинаково тоже, да, бегает? Да, совсем по-разному. Так, это тот же самый, это продублировано. Получается, пилпак-то другой, но они как бы скопированы, это очень странно. Да. Раз. Раз, два, три. Офигеть, нифига себе, смотри, я, Серега, быстрее. Да. Даже неожиданно, что из Five Nights at Candy's все-таки есть быстрые аниматроники. Ну что, ты готов? Да. Один, два, три. Я фальшстарт сделал. Быстрее. Да, намного быстрее. Очень быстрый аниматроник. А у тебя кто? Red, Cat, Mad? Cat. Давай Red-а. Давай. А, подожди, а, значит у меня Red. Забери другого. А, не, подожди. А, да. Вот, Кэт. Раз, два, три. А, я быстрее я бегаю, Сережки. Шустрый какашка, Дима. Да, классный аниматроник.
Поэтому я всегда его не любил. С этого пилпака, особенно когда от него убегаешь. Он очень быстрый. Кэтмакс, ты медленный, засранец. А кто еще? О, давай, может, этого возьмешь. Визера Чистер. Чистер. Это кто? Обезьяна. О, давай. О, прикольный телепиздрик. Кстати, мне кажется, ты меня уже выиграешь. Один. Два. Три. Да, мой покамец побеждает всех. Возьми тогда Визерет Пингвин. Он же быстро вроде да катается. Вообще медленный. Да? Это на Shift? Да. А, не, он рахит. Тогда, Серега, следующий пилпак. Давай, бери Боньку. Один. Два. Три. Да, ну да, я быстрее. Это прям вообще реально очень видно, что я псих. Я психую, Дима. Ну а что ты психуешь? Тогда бери себе Чика будет быстро или Фокси. А ну проверь, может они все так быстро этот медленно бегают? Да, они Фокси все... тоже рахит. Они все... Кто ногами быстро передвигает, а бегает медленно. И скорость вообще никакая. Опа. Так, это следующий пилпак, чтоб я не перепутал. Кстати, они тут вроде бы все медленные, Серега. Медленные? Да, да, да. А ну проверь так вкратце. Ну да, смотри, челепиздрик медленный. Ребята, если вы хотите, чтобы мы сняли новую рубрику, мы будем смотреть все анимации и выбирать самую крутую анимацию у аниматроников. И это прям будет очень интересный ролик, потому что мы подготовили даже эти все пилпаки и знаем, как включаются анимации. Поэтому, если поставите 3000 лайков на этом ролике, мы снимем самая крутая анимация у аниматроников. Или у кого самая крутая анимация. Вот так назовется ролик. А ну-ка, прям ты так круто встал. А по скорости ты рахит? Так, стоп, Серега, подожди, подожди. Мне кажется, я сольюсь. Один, два, три. Не, Серега. Давай, минус один. Смотрите, как я быстро. Ты меня догоняешь. Да я уже перегнал тебя давно. Так, ну что, давай другого. Что там у тебя еще есть? Давайте мы посмотрим, кто у нас там быстрый есть. Ого! Ты готов? Или у тебя медленный? Да не, у тебя Серега рахит, давай побыстрее выбирай. Тут есть быстрый еще, я знаю. Вот этот быстрый, кстати. Давай, один, два, три. Это быстрое говно. Да-да, он очень быстрый, прям вообще круто сделанный. Класс, класс. А ну, Серега, возьми тогда Five Nights at Candy's Red, за кого я играл. И мы сейчас проверим. Да-да-да. Один, два, три. Да, Red быстрее. Блин, не, одинаково. Не, я тебя обгоняю еще. Ты догонял меня, да, разве? Да. Ну блин, сейчас подожди. Рахит, рахит, рахит. Как ребята анализировать аниматроников? О, ты готов? Вот сейчас будет, ребята, очень равная битва. Ща будет мясо. Один, два, три. Ребята, вот это я его сделал по красоте, вот это я люблю. Очень быстро, мне кажется, с ним тягаться ни один из ближайших аниматроников не сможет. Пока, мисс, я победитель, хотя нет. Ты с этого же, да, пилпака взял? Не, это какой-то, да, но это рахитный какой-то, медленный. Ну давай, а ты на Shift так бегаешь? Да. Да, ну, мне кажется, ну да, я очень быстро, ты меня, в принципе, не догонишь. Кто там еще есть? А ну, спринтрап. Ну-ка. Не, спринтрап там вообще медленный. Так. О, вот это, кстати, давай, это мой равный соперник. Так что, ребята, перед тем, как мы побежим, напишите в комментариях, кто же победит, марионетка или Фредди. Кошмарный. Наконец-то достойный противник. Наша будет... Один. Наша битва будет величайшей. Два. Три. Пока, Дима. Мы с тобой одинаково. Нет, я тебя обгоняю. Да, блин, ты реально меня обгоняешь? Вот это у тебя психичка. Да, блин, ну, Серега, это же не честно так, как ты играешь. Серега радуется, что победил меня.
злорадствую. Так, подождите. Ой, это тоже достойный противник. Не-не, это был полудостойный противник. Не, это достойный. У нас же называется серия «Самый быстрый», поэтому... А, Серега, сейчас я дойду до самого быстрого. Сейчас. Ну что, давай. Получается, у тебя младшая сестра, у меня старшая. Один. Почему ты большой? Два. Три. Нет, стой, Серега, что-то здесь не... А, все, я первый, ну, ты быстрей. Не спорю. Так, это Рахит. Ты один можешь. Восьмибитная. Магическая тоже ни о чем-то тоже. Вот, ребята, новые пилпаки, которые вообще мы ни разу не записывали. Но они очень крутые. О, блин, руками так прикольно передвигает, но толку от этого не... А ты просто кнопку назад нажимай, ты прям как Майкл Джексон. Да-да-да-да, подожди, а как они включаются? На R. Ага. Ну, блин, ну вообще как-то, Серега, совсем печально. Ну, это Рахит. О, давай, вот это реальный соперник. Отчитывай. Так что марионетка всех удивляет. 3, 2, 1. Я без шифта бегу. А, ты меня троллил, да? Ах ты подлец! Хорошо, Серега, хорошо. Ты готов? Отчитывай. Само собой. Раз, два, три. Сопли подотри. Да ёкалы-мэнекалы. Я все-таки думал, что он очень быстрый, но... Видимо, чего-то не хватает. Видимо, скорости. Сопли не потер. Так, сейчас, ребята. По-любому же есть быстрый. О, ну, кстати, довольно... Давай, отсчитывай. 3, 2, 1. Иду. Второс. Да ты задрал! Блин, мы сколько еще посмотрели аниматроников, мы даже еще половины не посмотрели. Сейчас. О! Серега, ты готов проиграть достойно? Давай. Отчитывай, проигрыш. Быр, еке, ущ. Да, ты меня погнал. Ребята, ну это было очень красиво. Что же говорить, что говорить, когда играет профессионал по скорости. Теперь ты себе бери быстрого ищи. О, кстати, прикольно, рубрика, когда ты теперь ищешь быстрее, чем я. А ты его не найдешь, потому... А, есть, кстати, есть. Есть, я есть, знаю, есть. Какой? Сейчас я его найду, Так, ну-ка. О, давай. Блин, да ты хитрый жук. Отчитай. 3, 2, 1. Go. У тебя даже телефон сел, чтобы проигрывать. Батарейка села. Да, Серега, давай, нормально заряжайся там вещи. Так, ну что? Есть еще такой. Ого, ну он медленный, Серега. Да ну, он раньше быстрый же был. А, это медленная версия, а это большая башка быстрая версия. Ты готов проиграть? Подожди, я сейчас возьму твоего любимчика, Дим. Или давай все-таки потестим, кто быстрее, спринтрап или марионетка, а? Спринтрап или марионетка? Да. Это будет честная гонка. Отчитывай. 3, 2, 1. А че ты руки в боки? Кстати, обрати внимание, мы с тобой, мне кажется, одной скорости. Я тупо этот... Иисус. Ого. Нифига себе, это ты нечестно играешь. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то и Марк Мир. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Все ждали рубрику «Какой аниматроник самый быстрый?» Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем бегать. Будем сегодня смотреть и старых, и новых, и обновленных. Начнем с тех, что мы вчера смотрели, потому что их реально мало. Так, ну что, давайте отсюда начинать. Раз, два, три. Так, я понял, что Бонни какой-то очень заряженный. А чё ты так как-то быстро очень бегаешь? У тебя нема другого режима стоя? У меня есть? Я могу тпхаться. Я могу вставать невидимым. Я могу просто вот так раскрывать челюсти. Спринтрап такие стрёмные звуки издает. Так, надо запомнить, что Бонни очень быстрый. Хорошо. Давайте я вот этого челика маленького возьму. Я когда хожу, такие звуки прикольные. Вы готовы? Да. Раз, два, три.
Я не знаю, что так медленно бегает. Я даже не могу тпхаться. Я могу прыгать жопой об асфальт. В принципе, неплохо. Ладно, пацаны, сейчас добегу, подождите, не спешите. О, маринетка на колесиках сейчас будет. Такой звук интересный. Так, все, я прибежал. О, такие монетки, как будто кто-то собирает. Так, ага. Так, а что за этого бегали, да, уже? Да. Хорошо, давайте зацепим следующий пак. Это у нас Лефти, вот такого вот интересного происхождения. Так, сейчас подождите, ребята, сделать чуть-чуть дальше камеру. Вот так вот. Вы готовы? Раз, два, три. Ладно. Маринетка выиграла, но так как я могу тпхаться, я первый. Почему, когда маринетка едет, у нее сигнализация, как у полицейских, срабатывает? Да-да, слышно, слышно. Хорошо. Давайте Фокси с этой части. О, давайте возьмите Фокси с той другой части, которую мы брали до этого, и сравним, кто из них быстрее. У нас вообще похожие скины, но они с разных пилпаков. Я так понимаю? Ну да, у тебя больше размером он. Хорошо, давайте. Раз, два, три. Блин, да почему я такой медленный? А я могу за попугая. А за попугая я реально быстрый. Так, бегу, бегу. Невидимыми ногами. Это очень странный звук. Ха-ха, гармошечник. Так, у нас идет Чика. Так, сейчас подождите. Так, давайте Чику, ладно. Давайте... О, Фредди, хорошо. Следующий пак. О, Лефти с этой части. Короче, ребята, я придумал рубрику. Мы потом сможем сравнивать один и тот же аниматроник, только с разных частей пилпака. И смотреть, кто из них будет лучше. Мне кажется, будет прикольно. Раз, два, три. Я фальш-старт сделал. Я первый начал бежать. Но по мне так видно, что я быстрее всех, потому что я отрываюсь. Поэтому Лефти в этой схватке победил. Так, это у нас проволочный чили-пиздрик. Мне кажется, я уже проиграю, но видно сразу. Раз, два, три. Я не могу, да, тпхаться? Я ничего не могу, я могу только лазить по стенам. Я такой звук какой-то издаю. Говорю какие-то странные вещи. Сейчас, пацаны, долезу. Я не знал, что он такой медленный, это просто жесть. Так, у нас сейчас будет Scrap Baby. Уже все готовы. Вот кем я буду. Вот, это он реально быстрый. Ну что, пацаны, готовы? Да. Раз, два, три. Ого, не быстрые. Не-не-не, я проиграл все равно, даже если буду тпхаться. Понятно. Это реально скоростные какие-то гончие. Так, а Балора только что никто не брал? А вот Балора. Во, скрипящий. Даже эти аниматроники прогружаются у меня, потому что я их не брал. О, Балоры две штуки. Так, ну что, вы готовы? О, возьми этого Фантайм Фокси. Раз, два, три. Ого, сразу видно, лисица какая-то бешеная просто. Ладно, ладно, затащил. Балора что-то скрипит. Но это он, походу, не скрипит, это я скриплю. Вот кто сегодня будет у нас скоростной. Так, я не раскрываюсь? А, этот не то. Это, да, это другой совсем. Оп-оп-оп, погнали, танцуют. Так, ну что, давайте. Раз, два, три. Ребята, вы смотрите внимательно видео, потом напишите в комментариях, какой, как вам кажется, самый быстрый был. Ладно, я проиграл. Это проигрыш. Так, кто у нас? Это у нас уже следующий пак идет. Может, с этих не будем брать? Или давайте возьмем все-таки? Мне кажется, это будет честно тоже. Ого. О, такой маленький. У тебя какая-то в клеточку форма. Ну что, ты готов? Раз, два, три. Мы с ним, получается, одинаково бегаем. Не, я отрываюсь. Фокси быстрей. Фоксан сюда быстрый. Нифига себе, здоровенный. Так, мне кажется, они тут будут одинаково бегать, мы уже проверяли. Давайте, знаете, кого еще возьмем? Вот с этого пака. Реально, мы их вообще очень мало тестили, но они реально крутые. Так, берите, пацаны, кого там. Раз, два,
три, помчали. Да, конечно, я самый быстрый буду. Еще камера из жопы как-то. Вообще нереально скоростной какой-то челик. Они тут все быстрые. Ого, вот это у него челюсть ухи. Я сюда его боюсь. Кто розовый? Так, раз, два, три. Погнали. Ого, Фоксян дал. Я когда, знаете, когда бегу, звук консервной банки издаю какой-то. Металл уже прогнивший. Так, мне вот это нравится. Аниматроник у него какой-то лупоглазый. Кстати, мы, ребята, скачали мод на фонарики, так что в следующих сериях я придумаю какой-то режим. Я уже придумал его. Аниматроник будет у нас ходить разными цветами фонарик. Это будет означать, какая степень у него опасности. Если зеленый, то он безопасный. Если красный, то он будет, короче, мочить всех ходить. Там еще можно радиус выставить его. Ну, я думаю, вам понравится. И ждите, все будет. Не забываем подписываться на канал и ставить лайкосики. Пацаны, давайте, погнали. Раз, два, три. А я бегу самый первый. Раз, два, три. Выиграет сильнейший. Так ты поехался, так нечестно. Ты жук. Хорошо. Все методы законны. Я понял. Но я знаю, что голова очень быстрая. Так, раз, два, три. Погнали, пацаны. Марионетка там круги прям нарезала. Не, марионетка быстрее. Я сразу это понял, потому что она даже догнала меня. Еще и круги начала петлять. Так, это вы уже выбрали. Так, знаете что? Я помню, какой был аниматроник здесь быстрый. Сейчас мы тестим его. Вот этот был очень быстрый, помните? Смотрите, как он быстро бегает. Так, берите голову. Помните, вот только что была голова, кто ты пекался, она тоже очень быстрая. Сейчас мы будем сравнивать, кто же быстрее. Вот. И Фокс. Раз, два, три. Нет, это без ТП, Хани. Давай так просто по-честному посмотрим, выиграет она или нет. А, хорошо, окей. Ну, сразу видно, что этот просравший какой-то, у него уже совсем старые ноги. О, коробка. А, маринетка сейчас вылезет, давай подождем. Чпонькс. Это марионетка с FNAF 3 фантомная. Ну что, давай. Раз, два, три. Блин, голова все равно быстрее, да как? О, знаешь, чем? Давай сейчас голову мы потестим. Подожди, есть еще у меня один. Вот это, да, очень же быстрый был только что, когда бегал. А ну-ка. Раз, два, три. Теперь я тебя уделываю. Ха-ха-ха. Одинаково, мне кажется. Одинаково, мне кажется, они бегают, нет? Мне кажется, я первее прибежал. Да? Ну давай еще разок. Раз, два, три. Ты не догоняешь меня, видишь? Получается, скорость одинаковая у нас. Ребята, и напоследок хочу вам показать мод, который мы скачали. Это робот, который мы будем использовать в дальнейших записях. Он очень крутой. Он реально может, могет. Он может, смотрите, что делать. Я могу взять со спины, взять бомбу и кинуть ее. И там просто мега взрыв такой. Короче, в конце у нас битва роботов. На тебе. Кто выиграет, тот лучший игрок. По роботам. А вы что, мочите меня с двух сторон? Так нечестно. Блин, давно у нас не было таких модов. Вообще первый раз вижу такой качественный мод. Исполненный. Можно потом поставить очень много зомби. Ах ты жопа, да хватит меня мочить. У меня же половины жизни нету. Эпический мод. Короче, мочим одного этого. Я мочу его, я мочу. Ты промахнулся. Надо уметь его кидать еще. Вот так надо кидать. Кстати, этот робот очень круто, ребята, взрывается. Так что, надеюсь, сейчас мы увидим вместе с вами. А, жопы! Вот так вот он взрывается. Посмотрите, на самом деле, как он большой. Он просто здоровенный. Смотрите. Бум! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Енот и Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вы поставили очень много лайков, чтобы мы записали серию, какой аниматроник самый быстрый. Та первая серия уже не считается действительной, потому что мы скачали очень много классных паков. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Так что, если вы пьете и кушаете, здесь приятного аппетита, а мы начинаем. Так, все, Димас, я из Creation
пака взял, пил пака, вот. Не-не-не, два с разного, я вижу, тот челик тоже взял. О, вот кого я хотел потестить. У, балун бой. Давай, Димон, то ты отчитываешь? Давайте. Да, давайте, на счет три. Раз, два, три. Погнали. О, Димон, мой вентилятор не спасает меня. Так. Да ладно. Так, не будем возвращаться, будем отсюда устраивать гонки еще раз. Смотри, кто самый медленный. А давайте теперь на счет три, кто быстрее тыпкнется туда. Будет, кстати, интересно. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Давай-ка, давай тогда следующих проверим, какие. Давай, рандомных берем. Будет интересно. Кто какие вот хочет, только не повторяй. О, вот кого я хочу потестить. А? А нет, я все-таки вот эту потещу. Раз, два, три. А я еду боком и лечу совсем. Димон, да ладно, твои сапоги-скороходы, ты еще даже прикольно там остановился. Я еще назад. Смотрите, как Чика бежит быстро. Чика, ты куда? Димон, пока надо бежит, ты успеешь раза три сбегать туда и назад, по-любому. Смотри, я туда сбежал. Вот, все. Давайте, теперь ты пэхнемся, мне кажется, Мариня от кого играет вас, пацаны. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Ладно, ладно, одинаково, мне кажется, с тобой. Че не? Тут под пэханием лучше не смотреть. Golden Freddy, а не, кошмарная монетка, и Чика. Той Чика новенькая. Ну что, я новенький полностью. Да, из второй части FNAF, а ты, Димас. Давай, раз, два, три. Димас, три. Да ладно, то что я такой медленный? Да блин, Димон, я бегу. Блин, я самый медленный. Димон, я часто думал, у них будут по скриптам какие-то аниматроника конкретно одинаково бегать. Они даже с одной части по-разному бегают. Тут молодцы разработчики. Блин, вот это прикольно. Пацаны, не старейте, я бегу, я тут. Все, на счет три, да, начинаем? Да. Раз, два и три, погнали. Ого, тут бежит на работу. Димон, а что ты такой медленный? Кто по лору играет? Опять мы с тобой медленно идем. Да блин, я самый задрыстанный. Давайте ты пехнемся. Давайте раз, два, три. Я знал, что я первый буду. Блин, я в стол врезался, Димас. Нормально. Кстати, тут не ты пехается. Он летает над землей. Как-то странно он ходит. Он должен так ходить? Не знаю. Вот мы со спрингтрапом, Димас. Два черепахи. Да. Очень медленные. Ладно, я телепортируюсь. Возьмем новых аниматроников. Давайте возьмем Энигу. А я не буду говорить, кого я возьму, потому что я возьму спринт-трап, это значит, он должен быстро бежать, я надеюсь. Вот, щупальца возьму. Давайте еще. А не, вот эту собачку возьму, смотрите. Нифига себе. Это часть третья. Готовы, пацаны? Да. Да. Один, два, три. Блин, я собака медленная. Фокси выиграл. Я телепортировал. Я, короче, самый последний был. Фокси очень быстрый мужик. Так, а есть вот эта штука щупальца? Давайте проверим ее, как она. А ну давай. Прикольно. Давай я другого возьму. О. Фокси мы уже, кстати, проверяли такого. А, понял. Сейчас. Мазутного какого-то. Он как будто в бензине, что ли. Я не знаю, что-то измазался. Давай. Так. Готовы, мужики? Да, я готовый. Пацаны тоже уже на готове, уже хотят давать по газам. Но мы начинаем на счет три. Раз, два, три. Ого. Не, Фокси очень быстро. Ты так прикольно руками передвигаешь. Я так это махаю ими. Как Баба Яга какая-то, так смешно. Да, как сказка какая-то. Лайк за бег. Она, знаешь, типа махает, воздух подгоняет. Давай. Да-да-да. Так, а кто у нас тут еще есть? Во, так, кем я сейчас выиграю, я знаю, кто выиграет уже. Ну, пацаны, вы-то пока счет делаете, я вам пока фору дам. А, ты пополз, ну давай. Давайте, мужики. Раз, два, три. Вот это у меня скорость. Я даже задним бегом могу перегонять всех. Блин. Нет, пацаны. Ладно, я проиграл. Классно бегает. Он бегает мощно. Так, кого можно? А уже тестили? Вот эту смотрели вы? О, давайте возьмем медленных самых. Вот давайте я вот этого возьму. Бери, Димон, проволочного там, или кто там еще есть. О, вот это Фредди. Проволочный, да? Во. Давайте, самый медленный аниматроник, Димас. Какой аниматроник самый медленный? Смотрим. Выбирайте, давайте. Смотрите,
Какие самые медленные? Раз, два, три. А, получается, я быстрее всех. Соревнование, какой аниматроник самый медленный? О, какие у меня лапы прикольные. Ты как-то прикольно ползешь, вроде анимация вперед, а ползешь назад. Ха-ха-ха, прикольно. Ладно, ладно, не буду нарушать физику. О, Димон! Знаешь, что по стенам? Давай тестим. Твой и мой, кто быстрее по стенам ползает. Мы должны это сделать по-любому. А я не знаю, как на стенку мне это. Правая кнопка мыши. Давай. А, кстати, раньше такого не было. Было-было, ты просто забыл. Нет, даже такого не было. Ты готов? Одинаково ползем, Димон. Да что за говно? Я не могу залезть. Ха-ха-ха, что ты жопой машешь? Я тоже не могу, Димон, залезть. Да что такое? А там какая-то глючка. А ну давай здесь. Вот, Димас, ты залез. Кое-как, с горем пополам. Блин, не могу, видишь, ты кабан. А, пельмешка упала. О, мы, кстати, вот эту не проверили. А она только сидеть может, она не может бегать. Давайте, пацаны, бегите, я догоню. Кто? О, Димон, давай протестим теперь самых маленьких. А какие антроники, ну, маленькие и самые быстрые? Да, 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 да. Ну, давайте тогда я возьму кого. А кто еще? Я не знаю, у нас маленькие какие еще есть. Плюс трап. А, сейчас этот покажу вам, какой маленький. Во, смотрите. Давай, жду. О, да-да-да, пойдет, как раз будет по-честному. Как дела, давайте, мужики? О, классная банда у нас. А мне нравится. Вам надо поменять. Да ладно, не манера других, пусть будет так, а что делать? Так, давайте. Да нет, вроде есть такие еще какие-то другие, посмотрите. Я не знаю мелких никого еще. А, есть еще мелкие, сейчас скажу, кто. А, да нету. Вот эти, балонбой маленький такой. Во. Все, погнали, начнём. Давайте. Ты, Димас, будешь отсчет делать? Да, давай. Раз. Давай. Два. Три. Нифига себе, балонбой, да чё ты? Ого, а кто балонбоем играет? Он за конфеткой бежит, Димас, смотри, как руки выставил. Хеллоу, точно что. Я проиграл, ладно. О, как раз все разные взяли. Во, отлично, давайте на счет. Три, раз, два, три. Одинаково бегут. Одинаково. Не все одинаково бегут. А, ты старый пердун не можешь. Давай, я подтолкну тебя. Подгоняю. А у него нога хромая. Так, ну чё, как вы думаете, какой аниматроник самый быстрый-то, а? Да, ребята, за вами решение, так как... Да, мы протестили, в принципе, всех. А, нет. Ну, знаешь, что? Крячку не протестили. Знаете, как можно сделать так, чтобы все было по-честному? Ну, чтобы не там какой-то доли секунды не играла роль. Короче, все упираемся в эту штуку, в эту балку. Упираемся. И просто сжимайте Shift, упирайте сейчас. Ага. Вот. И ты ее удалишь, мы все одновременно побежим. Да. Потому что Shift будет у всех одинаково зажат. Понятно? А мне кажется, когда мы бежим, во время дороги сразу видно, кто быстрее, кто медленнее, а не кто быстрее прибежит. Короче, давайте я удаляю и вот нажимайте Shift. Все, я держу со всей силы. Все, погнали. Ну, удаляйся. Фокси, стой! Да Фокси быстрее! О, да, он быстрее. Я на третьем месте получился. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, King of Fire, Ассасин, Стаканчик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Наконец-то настал тот момент, когда мы записываем самую крутую рубрику на планете. Какой аниматроник самый быстрый? Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Будем все детально рассматривать и не пропускаем никаких мелочей. Ну а в конце ролика, конечно, мы же узнаем, какой аниматроник самый быстрый. Пацаны, вы готовы? Да. Давайте будем, вот приблизительно где стоит спаун, это будет полоска старта, чтобы мы одинаково стартовали, потому что даже каждый миллиметр играет большую роль. Все, давайте, погнали. Бонька. Вот туда будем бежать, к песочнице. Ты не туда побежал. Ладно, пацаны, давайте втроем побежим. Раз, два, три. Фокси, Боня.
А, подождите, давайте отсюда забег сделаем. Давайте сейчас выясним насчет 3, кто реально быстрее из вас. Потому что мне кажется, Фокси был быстрее. Так, раз, два, три. Нет. Митчика застопила. Как вы думаете, Бонни быстрее был или нет? Эй. Так, хорошо, Фокси остается, а мы берем других аниматроников. Поехали дальше. А Чупа так всегда наелась. Ну да, она обожралась, а по кастрюлям бегала. Так, Чику, кто там за Чику играет? Так, подождите, у нас поломанный Бонни, Визеры, Чика уже... А, поменял на ту... Короче, давайте, начинаем. Раз, два, три. Теперь я самый быстрый. Так, подождите, подождите. Ты летаешь, ты же Голден Фредди. Давайте еще раз. Раз, два, три. Да, я самый быстрый. Пацаны, берите других. А я буду за этого же бегать. Давайте будем, наверное, бежать туда к елке, потому что это сильно маленькая дистанция. Они только разгоняются. Будем туда бежать тогда. В ту сторону. Так. Вы готовы? Раз, два, три. Фальшстарт. Не, ну пацаны, я быстрее, да? Ну прям очевидно. Ого, прям в жопу заехала камера. Ребята, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ну что, давайте, берите дальше туда других. Я буду за этого же играть, если я, наверное, буду фаворитом, победителем этой схватки. О, мне это нравится анимация. Смотрите, как башка садится. Давайте, пацаны, погнали. На счет три. Один, два, три. Эй, так у нас что, с тобой одинаковые? Да, у вас одинаковые. Эй, не бери такого, как... А, не, у меня нет такой анимации. Поэтому у нас разные. А ты из другого пилпака? Так, у нас следующий пилпак, который мы хотели проверить. Ну и, конечно же, он новый. Это у нас... Какой? Файсбир Ремастерет. Погнали, а их здесь очень много. Так, я взял Боньку. Вот. Отлично. Только давай по порядку брать, чтоб не в разброс. Ты видишь, ты взял сразу большого, далеко. Давай Чику бери. Вот. Раз, два, три. Эй, я вонючий засранец медленный. Чика, подожди меня. Такая скорость у них медленно. Я так вроде как бы стараюсь очень быстро бежать, но у меня не получается. Хорошо, ты пока мисс победитель. Берем да. О. Во, я взял Фокси, сейчас будет жестко. Один, два, три. Я первый. А чё у нас четвертый участник не участвует в забеге? А я не знаю, он это, запасной. Вот он живой. Выбежал из кустов. Да нам как-то, нас же и вдвоём могли бы записать. Это резервный игрок, как всегда, знаете, как в футболе. Да. Так, хорошо. На всякий пожар. А, я не знаю, даже Голден Фредди выиграл или нет. О, я взял другого Голден Фредди из другого пилпака. Сейчас делаем соревнования. О, эндоскелет. Ну чё, побежали? Нет, Голден... Нет, Фокс... Ой, Голден Скелет. Голден скелет мне, да? Раз, два, три. Ого, ребята, я, наверное, победитель. Ну вот да, это есть, ярый, я точный, стопроцентный победитель. Так, берите дальше. У меня сейчас звук. Да-да-да, давайте, берите дальше, будем тестировать. Кто же быстрее его будет? Один, два, три. О, ты такой, как и я по скорости. Ты себе оставляй этого, а я буду другого брать. Например. Так, давай, я буду этого брать. Сейчас будем проверять дальше. Так, один, два, три. Ух ты, ты знаешь, что тебе надо, наверное, взять в следующем ролике, снять, как ты соревнуешься, или самые быстрые аниматроники, с мощными быстрыми машинами. Какой скоростью бежишь? У нас же есть машины со спидометром, и там, мне кажется, километров 200, наверное. А чё спрингтрап такой мелкий и чика? О, я не знаю. Один, два, три. Да, Голден поломанный Фредди какой-то псих. Ну давайте я уж другого возьму. Или мне оставлять? Кстати, у нас с тобой одинаково бежит. Не, оставляй, оставляй, пока мисс ты победитель среди всех пилпаков. Ну, окей, ну я все-таки хотел тоже других попробовать. Да я верю, поэтому я тебе не говорю, чтоб ты его брал. Вот одинаковые. Во, вот я не одинаковый. Один, ту, три. Ой. Да, ты нереально очень быстрый.
Я капец какой. Ой, ой. А главное, Бишев ставим медленный, как я не знаю кто. А, ну-ка, давай. О, давай этого возьму. Ой. Один. Два. Три. Ого, я быстрый. Не, ну все-таки ты быстрее. Да, мне кажется, ты победил. Уже. Не, хотя мы будем дальше проверять. Не, может все-таки найдется быстрее чилипиздрик. Ну я бы хотел. Я бы тоже. Вы готовы? Конечно. Фокси. Кошмарный Фредди или поломанный Голден Фредди. Ну и... это, скорее всего, Фантом. Фантом, да, и... Бонни поломатый. Один, два, три. Да нет, ты вообще псих. Давай хоть с Фокси сравнимся. Я и Фокси быстрее. Не, Фокси догоняет меня. Фокси быстрее, Бонни. Вы вообще одинаковые скорости. Так, еще Фокси есть у нас. А ты Фредику взял, да? Визард Фредди. Один, два, три. Ты так стартуешь, какая-то нереальная скорость. Фантом быстрее. Да реально должна, знаешь, с тебя должна пыль прям вылетать. Огонь под ногами должен. Так, что, мы это, получается, тоже пилпак посмотрели. И последний пилпак, в принципе, тут, я не знаю, будет быстрый или нет. Балунбой. Хотя я помню, он тут быстрый. Так, Балунбой, Мангл. О, пусть будет Мангл эрорная, я знаю, что, почему, но она что-то эрорная. Один, два, три. Ого, Балунбой! Это реальная скорость, что ли, для Балунбоя? Так ногами передвигает. Смотри на ноги. А мне брать другого или оставлять? Не, оставляй, оставляй, потому что ты, наверное, будешь... Ну, а как мы узнаем победителя? Пока мисты в этот... Прям жесткий победейшн. Один, два, три. Да не... Мы с тобой, знаешь, сейчас посоревнуемся в конце, когда если не будет в этих пилпаках, у нас есть голова, самая быстрая фаворитка. С головой тебя потягаемся. Чика быстрее Бонни? Что? Да. Так, и последний. А, ну давай, давай тогда возьму ту голову, как я и говорил, только я не помню. Вот у нас есть самые быстрые. Давай. Один, два, три. А, не. Где ты поехался? Читеры. Эй, не шуми. Так, сейчас я, короче, пацаны, найду голову и возьму эту башку. И мы за нее полетаем. Я знаю, где голова. Где голова? Вот это фу-ППР. Точно, фу-ППР 2ВЕ. Вспомнил. Спасибо за подсказочку тебе. Ты готов проиграть? Давай. Да. Один, два, три. Эй, ты мне врезался! Короче, ребята, у нас есть победитель всех аниматроников. Это говно. Блин, ну какой-то уже у нас еще был быстрый. Я вот не помню. Ну ладно, наверное, нету у нас больше. Ты самый не, вроде быстрый. Бы кошмарный? Вроде бы кошмарная марионетка. Блин, да, наверное, нету у нас. Ты самый быстрый. Не, есть кошмарная марионетка. Она обычно быстрая? Ну я не помню. Ну так давайте опробуем. Да нет, ты самый быстрый. Я даже не знаю, с кем тебя потягаться. Ты настолько быстрый. Ни с кем. Надо другие пилпаки искать новые. А может вот этот быстрый? А вот Скраб Бэйби. Не, Мань. Она медленная. Это Скраб Бэйби на роликах. Вспомнил, спасибо тебе за подсказку, да. Нет, это не она. Ну хотя она тоже быстрая. Да, это она была, но она бы медленная, смотри. Давай попробуем. Давай попробуем. Один, два, три. Да, ну не, как-то неудобно, что не могу тебя выиграть нигде. Ну все, это означает, что самый быстрый. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.